Сумев отгородиться от людей, я от себя хочу отгородиться. Не изгородь из тесаных жердей, а зеркало тут больше пригодится. Я созерцаю хмурые черты, щетину, бугорки на подбородке. Трильяж для разводящейся четы, пожалуй, лучший вид перегородки. В него влезают сумерки в окне, край пахоты с огромными скворцами и озеро, как брешь в стене, увенчанной еловыми зубцами. Того гляди, что из озерных дыр, да и вообще через любую лужу, сюда полезет посторонний мир, и лето уползет наружу.